Лолита Платов. Ну, я тоже пришла на этот продукт благодаря моей сестре. Она все действительно пробует на себе сначала, потом на мне. Вот. Да. Вот. И вообще она у нас, конечно, и медик, и ботаник. Идут все к ней толпами, советуются, что полечи, Таня, посоветуй. Ну и значит, я вот пришла, у меня головные боли, она мне говорит, на, пососи. Я говорю, Таня, я у тебя умоляю, и так голова болит, отстань от меня, ты мне вечно какие-то... Да, постоянно ты мне пихаешь что-то там в рот, отстань от меня. Нет, насоси. Ну, в общем, голова перестала у меня болеть. Действительно, головные боли такие хорошие были. Я просто спросила, ну что? Да, а она спрашивает, что как голова? Я говорю, какая голова? Да, чья голова? Ну, в общем, с головой все в порядке. Вот. Ну, что еще? Аллергия прошла у меня. Потом у меня был климакс 15 лет. Мне врач выписал... Что только не выписал, гормональные, да, ну, как бы меня вот поперло. Ну, в конце концов, может, как Танюша, вот, окей, благодаря тоже. Вот с носом пропала. Да.